Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. И сегодня у нас долгожданная распаковка с моего любимого сайта Shein. Точнее, я уже все распаковала, даже кое-что на мне, но чуть позже покажу вам поближе вещи. Сразу скажу, мне очень-очень понравились, прям вот на все 100%. Настолько не было никогда, чтобы вещи мне понравились, прям настолько. Я в восторге от вещей, и сейчас подробненько вам покажу все это. Но для начала хотелось бы сказать вам, что по промокоду AIKAEMILY вы можете получить скидку аж в 15%, поэтому пользуйтесь. На сайте Shein и таки очень приемлемые цены, а еще и со скидкой получается вообще бомба. И давайте приступим. Не знаю почему, но почему-то в этот раз меня очень сильно потянуло на зелененькое. Очень понравился этот комбинезон, хотя изначально я думала, что это костюмчик, но нет, он вот так вот соединяется, и это очень удобно, ваш животик не виден. То есть он очень удобный, комфортный в носке. Я его погладила, посмотрела, все швы ровные, все смотрится просто идеально. Размерчик я взяла на свои параметры, S-очку 36. Я сомневалась, кстати, может быть, стоит взять чуть побольше, но подошло просто идеально. Я свои параметры обязательно оставлю в инфобоксе. Вы можете перейти и ознакомиться с моими параметрами. Я считаю, что это лучшая покупка за всю историю моих заказов на Shein. Я думаю, что на весну идеальное решение. Советую вам тоже приобрести. Сидит просто обалденно. Иногда бывает, вроде смотришь, моделька классная, но не сидит. А эта красота сидит классно на всех. Я просто посмотрела фотографии и убедилась, что на всех сидит просто идеально, поэтому решила заказать. Как всегда, все ссылочки на товары будут в инфобоксе. Обязательно переходите, скачивайте приложение и уже там выбирайте дальше. Вторая вещь. Опять же, зеленая. Это вот такой теплый свитер, но его можно и на весну. Он не очень прям супер теплый, приятный на ощупь. Я взяла опять в размере S. Цвет такой же, как и на картинке, очень насыщенный, немножко укороченный, смотрится классно. Мне он очень понравился, я его даже один раз уже кое-куда носила. С джинсами на завышенной талии, смотрится очень красиво, элегантно. Вязка тоже такая, знаете, крупная, приятная, я уже один раз постирала. Кстати, в этот раз я решила не показывать вам сам процесс анпекинга, а уже посмотреть поподробнее на вещи, что-то погладить, что-то постирать и уже рассказать вам о своем полноценном мнении о вещах. Этой вещью я тоже очень довольна, мне она безумно нравится. Посмотрите, какая вязка. Здесь вот такие вот рукава. На меня село отлично. Цвет вот камера передает просто идеально. Такой изумрудный, знаете, дорогой цвет. Следующая вещь, которую я хотела очень давно. Если честно, я люблю велюр. Мне нравится платье из этого материала. У меня есть несколько платьев. Они, кстати, в деревне. Надо обязательно их привезти. В общем, материал смотрится очень дорого. Платье очень классно подчеркивает фигуру. Смотрится элегантно, женственно. Уже пару раз гоняла в этом платье. Немножко поздновато, кстати, вам снимаю видео. Сзади очень красивый разрез. Все швы прострочены идеально, аккуратно. Материал тоже очень приятный на ощупь, смотрится безумно дорого. Подобные платья у нас в городе стоят раза в два дороже. А сейчас как раз таки на зимние вещи очень хорошие скидки. Я в прошлом году летние вещи покупала просто по смешным ценам в конце сезона. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то обязательно покупайте на скидках. Я покупала по полной стоимости, но уже присмотрела кучу зимних вещей себе на следующий год. Кто подписан на мой инстаграм, тот в курсе, и много кто мне задавал вопрос, где же я купила это платье. С моими, кстати, новыми сапогами, смотрится просто обалденно. На выписку Первана я как раз таки была в этом платье, и вы знаете, все меня спрашивали, где ты купила это платье, смотрится безумно элегантно. Так вот, говорю вам, Shein, очень красивое платье, смотрится элегантно, на зиму самое то. Если вы хотите выглядеть, например, женственной в то же время, чтобы вам было тепло, это идеальное просто решение. Я почему-то думала, что в комплекте еще идет ремешок, но, к сожалению, ремешка, оказывается, в комплекте не было. Но у меня уже был ремешок, с которым я безумно круто замиксовала все это. Тоже, кстати, заказывала на Shein где-то, наверное, месяца 5 назад.
Ну, я вам показывала, когда тогда заказывала, тоже все показывала. Цвет очень универсальный, подойдет под многое. Я хочу, кстати, еще купить себе пальто. Например, надеть ботфорты, надеть это платьишко и пальто какое-то бежевое. Ну, посмотрим, как куплю, так обязательно вам все это покажу. И последнее, чем я буду хвастаться, это вот такой вот костюмчик. Он такой вельветовый. Очень приятный на ощупь, сидит просто идеально. Мама говорит, этот костюмчик тебе немножко большеват, но я так абсолютно не считаю. Он и должен так смотреться, это такой, знаете, оверсайз, потому что штанишки мне сели просто идеально. Я давно хотела себе подобный костюм и очень сомневалась между розовым и именно таким зеленым. Я вот просто распаковывала все вещи и такая думаю, блин, что я все зеленое купила. Но здесь оттенки зеленого немножко разные. Что-то посветлее, что-то потемнее. Поэтому ничуть не жалею. Здесь вот такие пуговицы. Кстати, в комплекте шла еще лишняя одна пуговица. Если потеряется, можно использовать. Кармашики такие. В общем, мне все понравилось. Я заказала в размере S, хотя сомневалась. Думала брать XS или все-таки взять S. В конце взяла S и ничуть не жалею. И цвет, мне кажется, очень даже мне к лицу. Как вам, обязательно пишите в комментариях. Заказ небольшой, но вещи максимально просто удачные, обалденные просто. И я опять спешу делать заказ, потому что там нереальные скидки, крутые предложения и очень качественные вещи. Все ссылочки, как всегда, я оставила в инфобоксе. Обязательно скачивайте приложение. Мне просто часто в комментариях писали девочки из Азербайджана и говорят, что на сайте там невозможно сделать заказ. Вы просто скачайте в App Store приложение Shein. И там уже автоматически появляется Азербайджан или любая другая страна, где вы находитесь. И вы можете спокойно сделать заказ. Мне обычно заказ приходит компания Aramex и сразу приносит мне домой. Я не хожу ни на почту, никуда. Я вот буквально вчера гуляла, я уже настолько разучилась ходить по магазинам, все это мерить. Мне намного удобнее заказывать через интернет. Кстати, я вам это платье в миксе показала с этим ремешком. Кстати, ссылку на ремешок я вам тоже обязательно оставлю. Он тоже от Shein. Но потом в голову мне пришла идея получше даже этого. Этот свитер-платье можно замиксовать вот таким вот поясом. Очень крутым, заказывал тоже на Shein. Ссылочку на него тоже обязательно оставлю. Смотрится безумно элегантно, подчеркивает талию. Вообще этот пояс можно много с чем сочетать, поэтому обязательно присмотритесь. Он очень хорошего качества, я его уже ношу, наверное, где-то полгода. Ссылочку на него тоже я оставлю обязательно. Если будете заказывать это платье, обязательно закажите что-то из этого. Либо такой ремешочек, либо вот такой поясочек. Как-то так, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если и дальше хотите видео с сайта Shein, то пишите в комментариях, что покупали вы и что понравилось вам. Возможно, я тоже закажу. Всех люблю!